И в нашу редакцию обратились жители Южного микрорайона. Люди жалуются на то, что возле их домов перекрыли тротуар, и теперь они вынуждены ходить по проезжей части. Речь идет о стройке по улице Новокузнецкой. Тут уже не первый месяц возводят многоэтажку. Строители обнесли забором участок, но о том, как ходить людям, не подумали. В нашу редакцию ежедневно обращаются десятки жителей. Однако решить или даже осветить все проблемы запорожцев наши корреспонденты просто не в силах. Хорошо бы, чтобы нашими партнерами в этом деле стали районы и городские власти.